Потребность большая. Во-первых, этот метод, он самый дешевый. Для государства это немаловажно. От общего пула больных процентов 20-25 подходит для такого метода лечения. Он достаточно прост и очень эффективен. Он более физиологичен и подходит для больных, например, которые далеко живут. Ну, представьте, больной живет за 150 километров от региона, и каждый через день приезжать на гемодиализ – это каторга для больного. Естественно, будет целый день уходить только на переезд. А так он будет дома получать лечение, самостоятельно лечиться и приезжать в стационар для всех только раз в месяц. Метод очень хороший, у вас он достаточно хорошо развит. И мне очень симпатично, что это происходит на базе этой больницы областной. Очень хорошая клиника, очень развита нефрологическая служба. Здесь замечательный нефроцентр, замечательные врачи. С помощью их стараний очень мало осложнений, что мне тоже симпатично. Больные сохранны, к ним очень бережные отношения. Соответственно, они живут дольше при таком методе лечения. И я считаю, что здесь как бы одни из лучших показателей по стране.